Итак, В497УХ21, видеорегистратор Е800ХВ21, видеорегистратор. Теперь дальше идем. А079ХВ21, видеорегистратор. Автомобили, двор. Зачем? Почему? Почему бы нет? Следующий автомобиль Е869ХВ21, тоже видеорегистратор. А вы вообще кто? М044РБ21, видеорегистратор. Обратите внимание, куда бы я ни вышел, все время видеорегистраторы. Теперь следующий автомобиль М767ТР21, видеорегистратор. Идем дальше. На этом автомобиле, по-моему, нет регистратора. Здесь непонятно. Вы кто вообще? В этом дворе как оказались? Так, смотрите, следующий автомобиль. Е808УО21. Видеорегистратор стоит. Хавал вроде все в порядке. Инфинити в порядке. Идем дальше. Госномер О423ОО21. Видеорегистратор установлен. Обратите внимание, куда бы я ни вышел, везде стоит машина с видеорегистратором. То есть, когда я выхожу из подъезда, сразу видно, что я вышел, если видеорегистратор подключить к какой-нибудь сим-карте. Что достаточно распространенная практика. Тем самым, на самом деле, получается, что любое мое движение, оно контролируется. Давайте идем дальше во двор. Так. Вот, собственно говоря, балкон, где я живу. Смотрите, вот сайт автомобиля. Прямо напротив окон. Первый номер К435ХТ21. Видеорегистратор. Следующий автомобиль. Пока без. И вот еще один автомобиль. Е769СС21. Здесь много всего понатыкано. Непонятно. Возможно, с видеорегистратором, возможно, нет. Вот теперь испытайте контраст. Соседний двор. Автомобили. Первый автомобиль без регистратора. Второй автомобиль без регистратора. Следующий автомобиль с регистратором. Ну да, бывает. Идем дальше. Дастер без регистратора. Аудюшка. Без регистратора, я так понимаю, да? Без регистратора. Дальше. Тойота. Без регистратора. Без регистратора. Без регистратора. Без регистратора. Так, вот человек подъехал. Дальше машина. Без регистратора. Машина без регистратора. Буквально соседний двор и все кардинально другое. Без регистратора. Без регистратора. Без регистратора. Ну вот последний автомобиль остался. Давайте посмотрим. Плюс-минус, он же кардинально ни на что не повлияет. Автомобиль без регистратора. То есть вот буквально один забор отделяет один двор от другого. Там машины были утыканы полностью регистраторами. Здесь прям ни одной машины с регистратором. Может быть, одна или две на все 20 штук. Но это, конечно, прикольно. Прикольно.